Вы считаете, что эти санкции это хорошо для России? Конечно. Включайте больше. Всю страну включайте в санкции. Делайте снова железный занавес. Вы покажете, что вы не демократы, вы фашисты все в Европе. Вы все расисты в Западной Европе. Это не скучно жить без норвежской рыбы. Норвежской рыбы понятия не имеем. Вы воруете нашу рыбу. Мурманские рыбаки везут к вам, вы ее красите химией и нам же продаете. У вас есть композитор Эдвард Грик. Вы любите Эдварда? Да, вот Эдвард Грика я люблю. Я из Бергена сам. Вот видите, вот культура давайте. А кушать мы вас накормим и обуем. А глагол «обуть» у нас в двух смыслах бывает. Вот молодцы, вот давайте дружить. Футбол играть, в какие играть? Если вам нужна будет рыба, мы вам дадим рыбу.